Всем привет на этом канале. Сегодня будем рисовать. Сегодня крик души. Задавали вопрос, почему глохнет автомобиль на ходу после отпускания педали газа. При этом ошибок нету. Что делать, куда смотреть? Ну, моя любимая тема, так сказать. Опять рисуем. Впускной патрубок инжекторного автомобиля. Дроссельная заслонка. Винт регулировочной дроссельной заслонки. Обходной канал. Вот это регулятор холостого хода. Вот эта вот штука. Это у нас резиновый шланг, таким образом нарисованный. И это у нас регулятор давления топлива в рейке, то есть в топливной рейке. И сейчас будем разбираться, почему эта система не хочет нормально работать и почему автомобиль глохнет. А вот этот зеленый квадратик – это датчик дроссельной заслонки. Ну, допустим, вот такого типа. Итак, чаще всего у нас виноват регулятор холостого хода, потому что что происходит, когда вы отпускаете педаль газа? У вас заслонка закрывается, но какая-то часть воздуха должна все равно проходить, потому что когда автомобиль движется накатом, система автомобиля, то есть компьютер, кратковременно прекращает подачу топлива в цилиндре. Но, тем не менее, некоторую подачу топлива он производит для того, чтобы двигатель как раз-таки не заглох. А раз у нас двигатель заглох, то причины у нас могут быть две. Либо пропадает искра, либо пропадает топливо. Ну, раз автомобиль, то есть двигатель работает на всех режимах нормально, значит, скорее всего, искра не пропадает. Значит, проблема с топливом. И вот теперь наша задача найти, куда это самое топливо делось, почему его нет в цилиндрах. Но для того, чтобы топливо горело, которое форсунки подают в цилиндры, еще для этого нужен воздух. Так вот, речь идет сейчас о воздухе. Воздух при закрытой дроссельной заслонке, когда вы отпустили педаль газа, проходит в двух местах. Между дроссельной заслонкой и стенкой патрубка, потому что там всегда должен быть зазор, который регулируется этим винтом. Часть воздуха идет сюда, часть сюда, через верх заслонки, через низ заслонки, в общем, и в стороны. И часть воздуха основная идет через регулятор холостого хода, через обводной канал, через вот эту вот штуку. И основная часть воздуха идет как раз-таки через регулятор холостого хода. Так вот, если регулятор холостого хода не исправен, то двигатель будет глохнуть. Когда вы открываете дроссельную заслонку, то есть нажимаете на педаль газа, заслонка открывается, воздух идет в основном через заслонку, а регулятор холостого хода при этом шток вытягивает вовнутрь. То есть он полностью тоже открывает обходной канал. Как только вы заслоночку закрыли, бросили педаль газа, сюда воздуха уже идет меньше через заслонку, но все равно идет, потому что регулировка заслонки это очень важно. И основной воздух идет тогда через регулятор холостого хода в обводной канал. При этом у нас шток был втянутый. То есть открытый канал, шток начинает выдвигаться, перекрывать канал. Находит определенное положение, которое заложено в программу компьютера, и начинает устанавливать так называемый переходной зазор. Потому что у нас что бывает при работе этой системы? У нас эта система может работать на холостом ходу, может работать на мощностном режиме, когда открыта дроссельная заслонка, холостой ход, когда закрыта дроссельная заслонка. И есть еще переходные режимы, когда дроссельная заслонка закрыта, но воздух еще идет. То есть автомобиль движется накатом и обороты двигателя больше, чем холостые. Называется переходной режим. В карбюраторе для переходного режима есть специальные такие отверстия внизу заслонки, куда закачивается дополнительный бензин. Это не карбюратор, это инжектор тут. Бензин впрыскивает форсунки, но воздух для этого все равно надо. Так вот, автомобиль в этом вопросе, который задавали, глохнет как раз-таки на переходных режимах. То есть у него нету переходных режимов. Так вот, за переходные режимы отвечает регулятор холостого хода. Ну и сам компьютер, который регулирует подачу топлива форсунками. Так вот, если регулятор холостого хода не исправен, а что он должен делать, когда наступил переходной режим? То есть вы закрыли дроссельную заслонку, а обороты еще двигателя большие. Он задвигает шток и потом устанавливает вот этот самый зазор, который заложен в программе. Так вот, если у вас регулятор исправен, все проходит нормально. А если у вас есть люфт вот на этом штоке, тут видите, люфта нету. Нажимаю пальчиком, люфта нету. А если есть большой люфт, то система закрывает регулятор холостого хода, начинает открывать его на установленный зазор программой,
Но дело в том, что есть люфт, и пока этот люфт не выберется, регулятор холостого хода канал не открывает, а значит, у вас теряется время. И вот как раз этого времени не хватает для того, чтобы регулятор холостого хода нормально установил зазор. То есть за счет износа механического самого регулятора холостого хода, когда появляется люфт на штоке, за счет его износа механического больше надо времени для того, чтобы установить этот зазор. И вот именно в это время и глохнет мотор. То есть это время продлевается и двигатель начинает глохнуть. Так вот, первая причина — это неисправный регулятор холостого хода. Ошибок при неисправной механической части регулятора холостого хода не будет. Потому что ошибка на компьютере появится только тогда, когда неисправна электрическая часть регулятора холостого хода. То есть обрыв цепи. Если же цепь нормальная, то есть электрическая часть исправна, но неисправна механическая часть, никакой ошибки вы не увидите. И это самая частая поломка, при которой глохнет мотор при движении накатом и на холостом ходу. Как отпустили на светофоре педаль газа, холостой ход не установился, мотор заглох. И так бывает. Вот такая вот беда. Ну и еще, понятное дело, вся эта система должна быть отрегулирована, потому что моменту, то есть величине открытия дроссельной заслонки, то есть какой зазор тут устанавливается этим регулировочным винтом, должно соответствовать количество шагов, на которые открыт регулятор холостого хода. А количество шагов задано в самой программе. Поэтому если эта система отрегулирована неправильно, вернее не система, а сам вот этот зазор в дроссельной заслонке отрегулирован неправильно, то эта система нормально не работает и тоже возможно будет глохнуть. Но обычно при неправильной регулировке система это либо глохнет двигатель при такой регулировке неправильной, либо начинает плавать обороты на холостом ходу. Вот если обороты поплыли, значит у вас проблема вот с этим винтиком. Не соответствуют зазоры дроссельной заслонки программному обеспечению, на которое открывается регулятор холостого хода. Там вот здесь вот квадратиком нарисован вот этот вот датчик. Так вот, третий элемент этой системы — это вот этот датчик. На этом датчике тоже должно установлено быть правильное значение опорного напряжения. Ну, допустим, там для наносов это меньше, чем 0,5 вольт. Потому что как только будет 0,5 вольт, у нас система начинает управлять регулятором холостого хода. То есть, если у нас напряжение на сигнальном канале, на боковом, превышает 0,5 вольт, эта система считает, что холостой ход уже не нужен. То есть открыта дроссельная заслонка, начинается совсем другая работа. Как только заслонка закрылась, на датчике стало меньше, чем 0,5 вольт, система понимает, что надо устанавливать холостой ход. Регулирует вот этим регулятором зазор для установки холостого хода. Тут все очень несложно это понять. Так вот, три составляющие в регулировке этой системы, чтобы она правильно работала. Если эта система правильно не работает, то ваш двигатель тоже правильно работать не будет. Вы будете с ним мучиться, ездить по всяким электрикам, менять датчики, ничего не получится. Три составляющих, три фактора регулировки этой системы. Первый, вот этот винтик, зазор регулируете в дроссельной заслонке. Второе, вот этот зазор должен соответствовать программному обеспечению, по которому открывается регулятор холостого хода, а он при холостом ходе открывается на определенное количество шагов. То есть определенный просвет есть в этом канале, который регулирует этот холостой ход. Так вот, этот просвет должен соответствовать программному обеспечению, которое рассчитано на определенный расход воздуха. А расход воздуха у нас куда идет? Часть через обходной канал, через регулятор холостого хода, которым управляет компьютер, то есть программное обеспечение. И час идет через зазоры в дроссельной заслонке. В итоге получаем какой-то расход воздуха. Так вот, если программно тут устанавливается определенный зазор, то есть определенное количество воздуха на холостом ходу компьютер пропускает, то здесь регулировкой надо установить такой зазор, чтобы в сумме была правильная пропорция воздуха, то есть правильное количество воздуха. Если количество воздуха неправильное из-за вот этой неправильной регулировки этого винтика, система работать не будет. Ну и третий фактор — это правильная регулировка, то есть правильная установка вот этого вот датчика. То есть его надо установить так, чтобы здесь было правильное значение на сигнальном канале. Вот это значение можно установить либо механически, туда-сюда датчик проворачивая, либо указать компьютеру программно, где у него будет 0, при каком напряжении система будет считать, что дроссельная заслонка закрыта. То есть
указывается напряжение ноля этого датчика. Такие вот дела. Вот эти три параметра между собой надо согласовать. Это сделать на самом деле несложно, если понимать, как это все работает. Тут может возникнуть справедливый вопрос. Вот если машина глохнет при движении накатом, не виноват ли вот этот датчик дроссельной заслонки? Сразу скажу, если датчик этот дроссельной заслонки в чем-то виноват, сразу загорится чек. Потому что вот этот датчик, он основной в системе, он опорный. Их самых основных всего два. Вот этот и тот, который показывает обороты коленчатого вала. То есть называют его еще датчик хода или индукционный. Их два. Этот и тот. Так вот, если система обнаруживает какие-то отклонения в показании этого датчика и расходом воздуха, сразу моментально вам будет чек. Загорится желтая лампочка и будьте любезны, смотрите, что у вас не так. Поэтому, если у вас чек загорелся, то надо проверить, возможно, и этот датчик неисправен. Но раз вопрос был, что ошибки не загораются, то, скорее всего, этот датчик не виноват. Если этот датчик установлен неправильно, то есть не отрегулирован или не откалиброван, и у вас на опорном канале неправильное напряжение, то у вас опять обороты либо поплывут, либо будут зависать. Но так, чтобы автомобиль глох, то это вряд ли. Когда этот датчик не исправен, система переходит в аварийный режим и поднимает обороты двигателя до 1500. И, соответственно, при этом зажигается чек. Так, это одна из причин. Скорее всего, виноват регулятор холостого хода. Но перед тем, как лезть в регулятор холостого хода, всегда всем рассказываю и учу, что надо проверить еще одно место, которое я тут нарисовал. А это регулятор давления в топливной рейке. И он, скорее всего, поголовно, почти на всех автомобилях, механический. Управляется вакуумом и идет шлангочка от него вот в этот самый патрубок. И поломок этого датчика, так как он механический, может быть две. Первый – это трещина в шлангочке, то есть подсос воздуха в шлангочку, и неисправность самого датчика. Приклинил или не полностью нормально не закрывается. Ну, вернее, если правильно, он не датчик, он просто регулятор топлива. Так вот, как он работает? Работает очень просто. Когда дроссельная заслонка открыта, тут разряжение падает. Соответственно, вакуума меньше идет в трубочку, и этот регулятор закрывается. Тут стоит такая пружинка, толкает штук вперед, и регулятор закрывается. И топливо из топливной рейки сливается меньше, в результате чего в топливной рейке повышается давление топлива. И чем больше давление топлива, тем за меньшую единицу времени его впрыскивают форсунки в цилиндр. Теперь другая ситуация. Пустили педаль газа, дроссельная заслонка закрылась. Поршня у нас все равно туда-сюда бегает, тут создается вакуум. Вакуум всасывает шток регулятора вовнутрь, то есть открывает регулятор, вакуумное управление, и топливо начинает сливаться в обратку. В результате топливо в топливной рейке падает, и за единицу времени тогда через форсунки компьютер впрыскивает топливо меньше. И это очень правильно, потому что когда закрыта дроссельная заслонка, это значит холостой ход, либо движение накатом, много топлива впрыскивать не надо, поэтому понижает давление. Когда двигатель работает на мощностях, то есть снимается с него мощность, дроссельная заслонка открыта, регулятор закрывается, повышается давление топлива в рейке. Больше топлива впрыскивается в цилиндр за единицу времени. То есть, по сути, этот регулятор надо для того, чтобы уменьшить количество времени, за которое форсунки впрыскивают топливо. Вот и вся причина. В принципе, можно было бы работать и без него. Но тогда продлевается время впрыскивания форсунками. И если на холостом ходу и на маленьких оборотах этого времени еще может хватать, то вот на высоких оборотах этого времени уже может быть не хватать. Будет затяжной впрыск и неправильная смесь образования в цилиндрах. Такие вот дела. Для этого нужен регулятор. Сама по себе система очень простая. Но если этот регулятор механический, опять же, где-то дает сбой, то есть заклинил, не закрывается, либо не открывается, опять же, у вас возникают проблемы с холостым ходом, во-первых, а во-вторых, двигатель может глохнуть. Если он заклинил в открытом положении, то есть
не добавляется топливо в топливной рейке, то у вас двигатель на мощностных режимах, то есть когда даете газ, ехать не хочет, потому что топлива же не хватает. Но при этом, как правило, на холостом ходу все нормально и при движении накатом все нормально. Если же у вас этот регулятор не открывается, то есть постоянно закрыт, он либо заклинен, либо вот тут подсос воздуха в этом шлангочке, и вакуум не может тянуть шток, потому что по умолчанию этот регулятор всегда закрыт, там всегда высокое давление, то могут возникнуть проблемы на холостом ходу и при движении накатом, потому что что? Нам топлива много не надо, а давление в рейке большое, и топливо начинает литься больше, чем надо. В результате забрасывает свечи, свечи черные, и двигатель начинает глохнуть, потому что пропадает искра. И тут надо смотреть, как двигатель глохнет, резко или глохнет постепенно. Потому что если резко глохнет, то вряд ли этот регулятор виноват. Потому что искра пропадает не сразу. Потому что пока там сядет сажа на свечи, то искра еще работает. А если постепенно начинает глохнуть, перебои и заглох, то может быть, что он и неисправен. Но это на системах, которые попроще. На системах, которые более сложные, там еще установлена обратная связь, то есть такой хитрой штука, которая называется лямбда-зонд, который стоит в выхлопной системе и фиксирует несгоревшее топливо. Так вот, если этот регулятор закрыт и не открывается, потому что шлангочка дырявая, на холостом ходу подается много топлива, потому что давление в рейке большое. И вот это несгоревшее топливо из цилиндров летит в выхлопную трубу, фиксируется лямбда-зондом, и лямбда-зонд начинает резать подачу топлива в форсунок. Потому что это его основная задача — поддерживать смесь в таком состоянии, чтобы бензин сгорал полностью без остатка. А в этом случае бензин не может сгореть полностью. Значит, лямбда-зонд фиксирует несгоревший бензин, начинает резать подачу форсунками. То есть уменьшает время срабатывания форсунок. И вот на этом этапе лямбда-зонд может зарезать форсунку настолько, время ее открытия, что двигатель заглохнет. И опять же может возникнуть такая ситуация, что двигатель начнет глохнуть либо на холостом ходу, либо при движении накатом. Дальше про ошибки. Так как регулятор давления у нас полностью механический, опять же, никаких ошибок на компьютере вы не увидите, потому что ошибки выдаются в основном по электрической части. А тут никакой электрики нет, вакуумное управление, поэтому ошибок вы тут не увидите. Если у вас лямбда-зонд фиксирует избыточное топливо, то ошибки тоже можете не увидеть, потому что лямбда-зонд такая хитрая штука, у которой установлен временной ценз по выдаче сигнала ошибки. Этот временной ценз где-то в пределах, ну, зависит от системы, плюс-минус 5 минут. Так вот, если у вас лямбда-зонд фиксирует подачу топлива избыточную меньше 5 минут, он вам ошибку тоже не покажет. А за 5 минут ваш двигатель уже заглохнет. И вот только если лямбда-зонд больше 5 минут фиксирует избыточное топливо несгоревшее, только тогда он вам нарисует чек на приборке. Поэтому при этой ситуации вы ошибки тоже можете не увидеть. Опять же, такие вот у нас дела происходят. В общем, если вдруг у вас так случается, что пускаете газ, то есть закрываете дроссельную заслонку, и автомобиль накатом глохнет, первое, что проверяете, давление в топливной рейке. Исправен регулятор или нет? Если исправен и все хорошо, второе, проверяете регулятор холостого хода. И в 90% случаев он будет неисправен. Если исправен, все хорошо, проверяете регулировку вот этой системы. Правильно вы ее сделали или неправильно. Особенно, если вы меняли вот этот вот датчик. Иногда бывают такие чудеса, что датчик не меняет, но что-то крутится с автомобилем и подгибают планку упорную вот этого вот винта. В результате регулировка сбивается из-за того, что подогнули планку. Никаких регулировок не трогал. Приезжает и рассказывает: я ничего не трогал, вот так вот случилось. Проверяешь вот эту вот систему, она разбалансирована, то есть разрегулирована. Что делал? Клянется, ничего не делал. А потом выясняется, что сюда подставлял отвертку, чего-то там крутил и согнул вот этот язычок. Такое тоже
Бывает. И довольно частенько бывает, потому что на этот язычок никто внимания не обращает. А стоит его подогнуть, и вся эта система летит к чертовой матери. И автомобиль перестает нормально работать. То у него обороты виснут, то плывут, то потом ни с того ни с сего начинает глохнуть. Вот такие вот чудеса бывают по этому вопросу. Такое мое мнение. Но сегодня такое видео. Кому понравилось, лайк. Кому не понравилось, все равно лайк, потому что я очень жарен. И пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Может, у кого какие другие соображения.